Михаил Владимирович. Да, он уже у нас недавно был, так сказать, юбилей. 3 года он у нас уже руководствует нашим городом. Недавно даже по многим каналам прошли там и опросы, и разговоры, и все как бы кивают, говорят, да, все хорошо, все замечательно. Что вы по этому поводу скажете? Ну, вы когда стали это говорить, я сразу вспомнил, я смотрел новостной канал, где брали интервью у жителей, там прохожих. 5 человек, у прохожих якобы. Ну, да. И в том, что там была вырезка, я не сомневаюсь, да. То, что там именно оставили то, что им нужно было. И вот одна женщина в возрасте, достаточно, сказала, что кто против Развожаева, это враги Севастополя. Но после ее слов я буду врагом Севастополя, да, хотя я совершенно другого мнения. Я считаю, что враги Севастополя на сегодняшний день, реально, я не стесняюсь этого слова, сидят в правительстве Севастополя. Не все, чтобы быть объективным. Враги в каком смысле? Это не профессионалы, это дилетанты. Потому что мы хотим видеть специалистов, мы хотим видеть профессионалов, мы хотим видеть в правительстве, в руководстве людей, которые переживают за город, сопереживают, которые беспокоятся в первую очередь о людях, которые здесь живут, которые слышат людей и делают все, чтобы выполнить то, что нужно, те требования, которые нужны людям. А люди у нас кто? Люди – это национальный народ, это власть. А вот у нас сегодня чиновники, я не забываю, что они слуги, слуги народа. То есть они наши с вами слуги, слуги любого человека, который живет, где бы он ни находился на территории России, именно в рамках территории России. Поэтому я бы так сказал, что оценка, моя личная оценка, ну, как говорил мой учитель по электротехнике, если ты вышел в доске, просто вышел, ты совершил работу 3 балла. Я бы поставил бы сегодня губернатору, наверное, 2 балла оценку. Из пяти шкальной системы. Не 10. Да. Шкале. 5 баллов. И Единая Россия, и Развожаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили, мы все делаем для севастопольцев, никто ж не спорит.